Этот сюжет тоже о войне, только совсем о другой. С ноября прошлого года ликвидирован военпроект, и почти 200 человек оказались выброшенными на улицу. До сегодняшнего дня им не только не выплатили зарплату, но и не обеспечили никакими положенными по закону пособиями. А что вы делали для того, чтобы вот справедливость восторжествовала, что называется? Мы обращались к депутату Чуфину Ивану Ивановичу. Но он нам помог чем? Он доставил письмо адресату, что тоже довольно тяжело сделать в наше время. Потому что сколько писем мы не отправляли куда-либо, ответа ниоткуда до сих пор нет официального. Наш депутат получил ответ. Вот он приезжал в январе и нам рассказал, что там написано в этом ответе. В общем, обычная отписка от Министерства обороны. Денег нет, ничего не известно. Кто правопреемник, тоже неизвестно. И мы не знаем, к кому обращаться. Судимся уже с сентября месяца. Прошло 3 суда. Последний суд состоялся 29 декабря. 29 декабря судья Баранцев принял решение о выплате, значит, заработной платы и возмещении морального ущерба и пособий по ликвидации. Но это решение до сих пор не выполняется. На что же вы существуете сейчас? А существуем кто на что? Кто на пенсию родителей? Кто на пенсию? Вот, скажем, я за дочь получаю пенсию, за мужа, вернее, на дочь. Плюс стипендия. Кто на что? Мы, знаете, как вот в резиновую стену упираемся, нам вроде как и да не говорят, и нет не говорят.